Столичное управление ЖКХ и благоустройства объявило аукцион на рекультивацию Пихтулинской свалки. Цена контракта – 337 миллионов рублей. Заявки принимаются до 2 мая, а сам конкурс пройдет тремя днями позже. Восстановление участка земли проведут в два этапа. Первый – технический. Свалку уплотнят, а над ней построят изолирующий саркофаг. Работы продлятся до конца 2018 года. Затем начнется биологический этап – подготовка почвы, подбор и посев многолетних трав. Рекультивация свалки позволит возвратить в хозяйственный оборот более 30 гектаров земли. Напомним, на эти цели в этом году выделено более 120 миллионов рублей. Из них 114 миллионов – федеральные средства.